День открытых дверей в Федеральной налоговой службе призван помочь гражданам в подаче налоговой декларации. Специально для этого учреждение продлило свой рабочий день до 8 часов вечера, а также работает по субботам. В апреле это уже четвертый день открытых дверей. Во время их проведения инспекция делала особый упор на помощь физическим лицам в подаче декларации о доходах. Отчитаться должны все физические лица, которые получили доход от продажи недвижимого имущества, которое находилось в собственности менее предельного срока владения, это 5 лет, либо, если имущество приобретено до 1 января 2016 года, это 3 года владения. От реализации иного имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, при получении подарков от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, также при получении дохода от физических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации. С 1 января и до конца марта около 179 тысяч жителей Московской области отчитались перед налоговой службой за прошлогодний доход. Однако многие подавали декларацию в последний месяц ежегодной кампании. Если честно, очень сложно заполнять, когда ты не разбираешься в этом. Но спасибо, да, здесь действительно очень помогли, проконсультировали, объяснили. Разобраться во всех тонкостях заполнения бумаг гражданам помогает администратор зала налоговой службы Светлана Демина. За отзывчивость благодарные жители дали ей особое прозвище – «Небесный ангел». К неофициальному званию она относится скромно, однако сходство с неземным и светлым действительно имеется. За справочной стойкой она с радушием встречает, подсказывает и направляет каждого, кому нужна помощь. У нас есть гостевой компьютер, программа установлена по заполнению декларации, очень удобное заполнение, пошаговая инструкция, и мы всегда поможем, подскажем. Заполнить таким образом можно заполнить по бланкам, образцы которых тоже у нас есть на стоечке, можно по образцу заполнить, с вопросами обращаемся, все подсказываем. Тем, кто не успел подать декларацию, грозит штраф от 1000 рублей, а заплатить налог по представленному доходу необходимо до 15 июля. Арсений Рогозянский, Валерия Раце, Елена Кошелева, Видное ТВ.